Федеральная концепция предоставления госуслуг по принципу одного окна нашла отклик у ярославцев. Наш корреспондент Руми Юсупова о первых результатах работы многофункционального центра. Создание в регионе многофункциональных центров госуслуг не только веление времени, но и назревшая необходимость. Принцип одного окна позволяет существенно экономить время. Нет необходимости обивать пороги госучреждений в поисках нужного документа. Комфортные условия, техническая оснащенность, электронная очередь и самое важное – бесплатное предоставление услуг. Преимущества нового МФЦ, который открылся месяц назад, ярославцы уже успели оценить. За этот месяц оказано 92 услуги. Среди них самыми востребованными являются это пособие для малоимущих, детские пособия. Много обращаются за консультациями в плане узнать свои штрафы по линии ГИБДД. Востребованность таких услуг населения сподвигнула областные власти открыть еще один многофункциональный центр в Кузнечихе. Одновременно расширился и круг предоставляемых услуг. Сегодня их 23. К концу года эта цифра будет равна 40. Ориентир – оказание услуг не только областного, но и федерального масштаба. В перспективе в области будет создана целая сеть аналогичных центров. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Еще для двух МФЦ уже подобраны помещения. В конце года центры, работающие по принципу одного окна, появятся в Некрасовском и Большесельском районах, а на следующий год в Заволжском и Фрунзенском. Перспектива у нас еще на следующий год. Город Рыбинск, Тутаев. И вообще мы планируем до конца года, до следующего, при полном, как говорится, финансировании открыть еще 22 многофункциональных центра. Румия Юсупова, Сергей Чекмарев.